зовут Даша, и сегодня я вам покажу, как связать вот такую вот шапочку бини на вязальной машине 5 класса. Вязать мы будем из пряжи Газаль Буби Катон на 50 грамм, 165 метров, 60% хлопок, 40% акрил. Так, для начала настройки на каретках. У нас плотность стоит 0. Этот рычаг у нас стоит на вязание кулирной глади. Снизу нижней каретки у нас также 0. Эти рычаги на единичке. И здесь сделайте как у меня. Здесь настройки у нас настроены на H5. Сделайте так же. Мы заправляем нить в каретку. Берем ниточку. Заводим между двумя фантурами. И с обратной стороны я просто вешаю обычную прищепочку. Хвостик оставьте подлиннее, мы потом им будем сшивать. Так, заводим, отправляем ниточку в каретку. Следите, чтобы она не зацепилась за колки. Так, закрываем. Берем отборную линеечку. Вот этой стороной, 2 на 2. Вязать мы будем на 140 петлях, то есть с каждой стороны мы отбираем 70 и 70 иголочек. Так, да, все правильно. Снизу делаем отбор. Снизу, обратите внимание, иголочки должны стать вот так. Вторая иголочка на нижней фантуре должна проходить между иголочками на верхней. Так. Делаем завязку. Так, берем оттяжную гребенку. Берем грузы большие, один сразу по центру, далее вешаем равномерно. Я вношу ниточку. Так, здесь поднимаем вот этот рычаг. Провязываем так. Далее вот этот рычаг сдвигаем на вязание слипом. Далее по инструкции надо еще один ряд, но я люблю делать два ряда, чтобы край был не очень плотным. Этот рычаг переводим на вязание кулирной глади. Этот опускаем. Здесь ставим плотность 7 и снизу тоже 7. А теперь не забываем сделать переключение здесь, сдвиг фантур. Переставляем с H на P и ставим, чтобы P стало на шестерку. Делаем сдвиг. P 6. Смотрим, иголочки у нас сейчас стали не друг напротив друга уже, а так, чтобы не перекрещивались. И делаем ряд. Готов. Так как это у нас был заработок, я обычно три ряда отнимаю. Это будем считать, что мы сделали один ряд связующий. Всего нам нужно провязать для вот такой шапочки бини 108 рядов. Если вы хотите сделать шапочку тыковку вот такую с отворотиком, то нужно провязать 130 рядов. Вяжем 108 рядов.
Итак, мы связали 108 рядов. На счетчике у нас стоит 108 рядов. Далее мы берем, ну, можно вот такой разборный декер. Мне им удобнее делать. Можно просто отдельно одним декером. Убавляем петельки. Если у вас одинарный декер, просто по одной петельке. Если у вас есть такой разборный, то можно делать разборным. Сразу по две. И так до конца ряда. Лишние иголочки убираем в заднее нерабочее положение. Далее берем нижние петельки. Точно так же убавляем. Убираем лишние иголочки. Так, дальше можно убавить немножко плотность на каретке, сделать чуть-чуть поменьше. Мы вязали на семерке, можем поставить сразу на 6. 6 сверху, 6 снизу. Можем еще немножко уменьшить. Я буду убавлять на одну точечку. Перебрасываем все петли с задней игольницы, ой, точнее с передней игольницы на заднюю. Берем трансферную иголочку и перебрасываем, чтобы у нас все иглы были только на задней фантуре. Все иголочки мы перенесли, опускаем фантуру. Нажимаем вот эти рычаги, просто спускаем. Так. Мы берем вот такую обычную толстенькую швейную иголочку с большим ушком. Ниточку мы обрезаем, оставляя конец, достаточно для того, чтобы сшить потом шапочку. Я обрежу здесь. Вытягиваем эту ниточку. Вдеваем ее в иголочку. И просто собираем все петельки на эту иголочку. Для того, чтобы у нас все вязание не упало вместе с гребенкой, мы снимаем все грузики. Они нам уже не понадобятся. Так, все. Мы сняли все петельки. Далее мы снимаем гребеночку. Шапочка у нас получается. Так, сейчас посмотрим. Так, будем сшивать. Далее мы берем макушку, просто стягиваем этой ниточкой. Убираем здесь крайние петельки. И просто
вытягиваем. Чтобы у нас здесь не было дырочки, мы еще делаем несколько стежков, чтобы собрать макушку. Все, макушка у нас стянута. И можно переходить на сшивание самой шапочки. Я обычно сшиваю методом назад игла. Ну, вы можете сшить здесь и крючком. В общем, любым способом, который вам удобен. Мы закончили сшивать шапочку. Выворачиваем ее на наружную сторону. Вот такая вот шапочка у нас получилась. Эта шапочка рассчитана на обхват головы 54-58 сантиметров. Если вы хотите связать шапочку для ребенка, то набирайте меньше петель и, соответственно, вяжите меньше рядов. Здесь край немножко еще как бы фолдит, но после ВТО он возвращает нормальное свое положение. И шапочка смотрится очень стильно. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!